Ich habe eine ganze Reihe von Leuten aus unterschiedlichen Generationen auf den Straßen von Kiew befragt, was sie mit Deutschland in Verbindung bringen. Das Ergebnis seht ihr jetzt. Oh, in Deutschland, ich denke, ich habe die positiven Emotionen mit ihnen. Ah, ja? Warum? Ну, потому что это замечательная страна, там замечательные люди, там менталитет людей совсем другой, там много достопримечательностей, которые вы, я еще хотел. Менталитет другой в каком смысле? Там люди более добрые, более приветливые. Да? Мне кажется, здесь тоже очень добрые люди. Здесь тоже добрые, но там тоже. Ну, чем Германия мне нравится, скажу сразу, тем, что народ... так как я вижу, да, трудолюбивый, и он вот в массе своей люди понимают, что для того, чтобы хорошо жить, надо много работать. Похож на Украину? Вы думаете, это похоже на... Это не похоже на Украину. Нет? На Украине недостаточно... самодисциплинированные люди. Когда я думаю о Германии? Ну, я была в Германии. Я там жила один месяц, путешествовала по многим... Ну, была в Мюнхене, Франкфурте, Берлине, Гамбург, Ганновер. Вот. Было 23 дня, когда я просто взяла чемодан, взяла билеты и просто полетела отдыхать. На то время, когда я думала о Германии, не знав, что это за страна, я думала, что это четкие, конкретные люди. которые никогда никуда не опаздывают, да, строгие правила. Ага. В принципе, я сейчас об этом думаю, вот, в принципе. Что еще? В принципе, у меня Германия ассоциации о чем-то конкретном, о конкретике, то есть, вот, есть работа, надо работать, есть встречи, нельзя опоздать. То есть, вот так. И это вам нравится? Да, я такой человек. Это мне нравится, да, я тоже так. Хороший вопрос. Мне очень нравится Берлин, я был в Берлине. Вот. Положительное, скорее, наверное. Так, чтобы с чем-то конкретным, даже не знаю. Наверное, стандартное, что чаще всего называют это пиво и какие-нибудь колбаски, но скорее это такое время года, как сейчас, примерно осень или ранняя весна. Ну, слава богу, что сейчас мирные отношения, и они решаются тоже мирным путем. Конечно, осталось в памяти горькие времена. Да. У меня погибла в концлагере сестричка в 16 лет, и целый коллектив полшколы сдали, погибли. Приезжали, ну, сейчас поколение и там, и здесь. Моей подруге Доця там работала. От Министерства иностранных дел, там с парнем познакомилась, сюда приезжали в гости, я их приглашала. Ларс его зовут. Я его попросила, чтобы он возложил... Он немец? А? Он немец? Он немец, а там моей подруге дочь там работала, познакомилась. А, да. Вот, я его, хороший парень, это, я попросила, чтобы он возложил... цветы. Я попросила, чтобы он там. Она погибла там, в Германии, когда уже брали Рейхстаг. Там они ночью их на работу гнали на фабрику, и все погибли. Кто там выше на 4-5 этаже остались. Он все сделал, прислал мне фотографии. Ну, я ему благодарна. А, ну... Первое, что у меня возникает про Германию, что там хорошие деньги, хорошие зарплаты, вот, ну, это такое, ну, хорошая жизнь, знаю, что там вроде счастливые люди, знаю, что там более суровые законы, скажем так, чем в Украине, например. Вот. В том смысле? Ну, например, вот взять из жизни, у нас есть соседи, которые очень шумные местами бывают. И я вроде знаю, что в Германии на законодательном уровне этот вопрос решаем, потому что как бы, ну, нельзя там больше каких-то децибел шуметь в какие-то определенные дни, а у нас с этим все не очень. То есть, соответственно, Германия более в этом развитая страна, чем Украина.
А в первую очередь сейчас, я когда думаю о Германии, возникает ассоциация как лидера ЕС. Ага. Главной страны в ЕС, которая оказывает влияние на... Ну, я занимаюсь политическим анализом, поэтому, в принципе, это моя профессиональная специальность, которая оказывает влияние на все процессы ЕС, и, в принципе, ключевое влияние, как бы ключевой политический игрок. Вот это первая ассоциация, которая у меня возникает. Ну, богатая страна. Ага. Страна, которая привлекает иммиграцию. Мы носим боль по сегодняшний день. Да. Вот, погибла сестричка, и мама мне сказала, когда ее угоняли, вот как животные, собачки, по глазам можно определить, вернется или не вернется. Ну, такое я даже вычитала. Говорит, и у маленьких деток, ты, говорит, так посмотрела на сестричку, и, говорит, я поняла, что она не вернется. Не секрет, что производительность труда в Германии в несколько раз выше. Не знаю. А я знаю. Я знаю. Ну так, как бы ленивые люди и есть в Германии. Есть везде они. Но я говорю в общем, а не в частности. За короткое время Германия стала одной из ведущих стран. И сейчас находится. Тянет практически всю Европу. Ну потому что, наверное, потому что люди все-таки... Ну, во-первых, правительство ведет правильную политику. Экономическую, а во-вторых, народ это поддерживает. В принципе, я еще поняла после того, как побывал хорош, это добрые, отзывчивые люди, которые не успокоятся, объяснив тебе что-то, и они не успокоятся, если ты не поймешь. А я собираюсь туда поступать на магистратуру. А да? Да, через год, поэтому хорошо думаю. А почему именно в Германии? Ну, я учился в Польше, поэтому следующим этапом, я думаю, будет хорошим поступить в Германию. Именно. Удачи. Да, спасибо. Война войной не решает вопросы. Надо переговорами мирными. Жизнь такая короткая. Надо жить, радоваться.